Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi 12S Ultra. И сейчас я покажу вам, как сделать... Как добавить фотографию к контакту. Итак, для этого мы открываем приложение телефон. Далее выбираем здесь контакты. После чего выбираем контакт, которому хотим добавить фотографию, нажимаем на него и нажимаем «Изменить контакт». Далее нажимаем на иконку, где должно быть фото, и выбираем либо «Сделать фото», либо «Выбрать из галереи». Посмотрим, что у нас есть в галерее. Выбираем какую-нибудь фотографию. Вот, можем ее отредактировать и нажимаем «Ок». И нажимаем «Ок» на галочку, вернее. Вот таким образом мы поменяли фотографию контакту. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.